Проект «Сибирский щит» направлен на формирование положительного отношения к службе в вооруженных силах Российской Федерации и патриотического духа среди молодежи, на овладение военно-прикладными и техническими видами спорта, ориентирование в условиях чрезвычайных ситуаций. Всем этим под руководством старших товарищей занимаются школьники и студенты на всех территориях края. В Курагинском районе работой руководит молодежный центр «Патриот». В сентябре 2016 года с большим успехом прошел отборочный этап соревнований в Курагино, и победители представили наш район на зональном этапе краевой военно-патриотической игры «Сибирский щит», прошедшем на территории молодежного центра «Юг» в поселке Шушинском 15 октября. Я хочу вам пожелать бескомпромиссной борьбы, чтобы вы показали каждый свой максимум, чтобы все обошлось без травм. Здоровья вам и удачи. Спасибо. В состав команды вошли 6 юношей и 3 девушки, ученики 11 классов курагинских школ номер 1 и номер 3 и филиала Минусинского сельхозколледжа. Участию в соревнованиях предшествовали тренировки, которые проводил с ребятами руководитель флагманской программы в молодежном центре «Патриот» Александр Харченко. Зональный этап проводится для того, чтобы выбрать 3 лучшие команды из каждой группы районов – север, юг, запад, восток, центр – для участия в финале военно-патриотической игры «Сибирский щит» в городе Красноярске. Участники соревнований должны были проявить себя во многих военно-прикладных видах и в интеллектуальном этапе. Огневая подготовка, строевая подготовка. В этапе спецназ ребятам и девушкам пришлось преодолевать полосу препятствий и минное поле, и метать гранаты и ножи. Пошли! Давай, 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 бегом, бегом, бегом! Падай! Давай, давай, стреляй! Этап ликвидации ЧС – это преодоление полосы огня. Курагинская команда заняла первое место в этапе показательное выступление и в интеллектуальном этапе. Не зря парни и девчонки тренировались и литературу по истории читали. Ребята, какое место заняли? Второе! Что было самое сложное из этапов? Подготовка. Явно она. Интеллектуальный этап. Как звучит? ВПК «Олимп», Курагинский район. По итогам всех выступлений курагинская команда «Олимп» заняла очень почетное второе место среди 8 команд «Юга», уступив только «Шушинской энергии». Наша команда будет выступать в финале игры «Сибирский щит» в городе Красноярске. Thank you.